На сцену приглашается директор 6 уровня Елена Елевич. Будь первым. Двигайся только вперед. В тебе живет успех. Воплощай мечты. Верь в себя и верь в других. Приветствую вас, дорогие люди дела. Разрешите, сегодня именно так буду к вам обращаться. Вы знаете, моя речь была отточена просто до каждой буквочки. Что вы думаете происходит сейчас? Я вышла, я хочу говорить с вами от души. Наша задача — дать максимально полезные акценты сегодня, которые могут стать чем-то емким, веским для каждого, кто сидит здесь в зале и находится еще в процессе принятия решения. И я вспоминаю, о чем думала я, когда была на этом первом конгрессе. Немножко истории. Я пришла в Life is Good благодаря моему хорошему другу, человеку, который сегодня будет перед вами выступать уже в рамках тяжелой артиллерии, в рамках тех людей-достигаторов, чьи достижения действительно являются достижениями с большой буквы «Д». И я пришла, потому что получила определенный опыт. Знаете, такой афоризм интересный, когда человек с деньгами встречает человека с опытом, человек с опытом уходит с деньгами, а человек, у которого были деньги, уходит с опытом. Я прошла через это, и знаете, как тот самый сапожник без сапог, являясь специалистом в банковской сфере, в финансовой сфере, проработав в этом ключе более 10 лет, консультируя на эту тему клиентов, советуя им, давая им какие-то рекомендации, при этом не научилась ни создавать, ни сохранять, ни приумножать свой капитал. Я хорошо умела зарабатывать, как и многие мои клиенты и партнеры, уже после того, как ушла в предпринимательство, и очень быстро поняла, что в большинстве инструментов, в большинстве компаний, в большинстве проектов с людьми происходят постоянные качели. Заработал, потратил, заработал, потратил, заработал, потерял. И когда тот человек, его зовут Андрей Таран, познакомил меня с этой возможностью, я поняла, что мы нашли то самое зерно, которое нам позволит делать наше дело не только выгодно, не только интересно и вкусно, но и действительно экологично. Я пришла в первую очередь как клиент. Я сохраняла свои деньги, я начала сохранять деньги своей семьи. Уже несколько лет я являюсь обожающим наш продукт клиентом. Я знаю о нем все, я его рекомендую всегда от души. И буквально только год назад я начала этим заниматься уже осознанно как бизнесом. И вы знаете, у нас сегодня задача у всех тех, кто перед вами выступает на сцене, поделиться и рекомендациями, и своими достижениями. Если говорить о достижениях, те люди, которые сегодня будут выступать во втором и в третьем блоке, вот их достижения — это действительно достижения с большой буквы. На мой взгляд, мое главное достижение — я делаю этот бизнес налегке, и я делаю этот бизнес с теми людьми, которые мне нравятся, которые мне дороги, и я сама выбираю, с кем его делать. Здесь присутствует моя подруга, с которой мы пару конгрессов назад были вот на таком же мероприятии, сидели где-то вот там на галерочке. Дела у нас шли не супер, особенно у моей подруги. Сегодня она директор, первый директор в моей команде. Ее зовут Валерия Пикне. Лерочка, респект. Респект тебе, ты для меня большой мотиватор. Она вообще в это не верила. И то, что она сегодня здесь, то, что мы сидим в премиум-зоне, то, что с нами наши люди, наши команды, огромная вам благодарность, друзья, те, кто с нами идет в этом бизнесе, с нами и за нами вместе. То, что мы с вами строим, созидаем, это действительно экологично, это действительно качественно. Вчера на мастер-классе я упомянула такое понятие, как антихрупкость. Уверена, что многие люди, здесь присутствующие,
наверняка слышали это понятие или читали, может быть, книгу такого человека, которого зовут Николас Насим Талеб. Это профессор, экономист, трейдер, человек, который предсказал мировой кризис 2008 года, и человек, который написал людям и дал людям понятие, что такое антихрупкость. Это способность принимать решения, эффективные, продуктивные решения, и создавать выгоду и достигать побед в процессе хаоса. Наш бизнес, каждому из нас, если в нем качественно разобраться и если делать его верно по системе, великолепной системе, проверенной на эффективность тысячами и тысячами людей, сотнями миллионеров, число которых каждый день растет. Если наш бизнес делать грамотно, мы все с вами станем антихрупкими на 100%. Настолько гибкими, настолько антихрупкими, что любой кризис в стране, в мире, где бы то ни было, это всегда будет для нас возможность. Для меня очень отрадно, что помимо моих близких друзей, здесь также со мной, как клиенты и как мои партнеры, моя семья. Здесь моя сестра, здесь мои родители, здесь люди, близкие мне, здесь мое близкое окружение. И делать этот бизнес налегке, делать этот бизнес с душой, с интересом, вкусно, и при этом зарабатывать чертовски хорошие деньги, я считаю, что для любого человека это может быть вполне достижением, чего я и вам желаю. И моя самая главная рекомендация, друзья, все, что вам нужно здесь сделать, это просто до самой-самой сердцевинки разобраться. Для того, чтобы здесь разобраться, нужно делать очень простые действия, очень простые пошаговые действия. Каждому из вас в этом всегда поможет ваш наставник, ваш куратор. Просто по системе каждый день переставлять правильно ножки. В этом нет ничего сложного. Как в любом деле, как на любой даже работе по найму. И я каждому из вас хочу пожелать. После того, как вы разберетесь в этом бизнесе, делайте его с удовольствием, делайте его вкусно и делайте его про людей. Но самое-самое главное, делайте его каждый день. Делайте, 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 потому что сомнения заканчиваются там, где начинаются конкретные действия. Елена Гилевич. Global Star Club. Возможности безграничны.